Саша Яродович вас снова на своем канале. И в этом видеоролике, как вы уже понимаете, мы будем нырять в мир Тами Танука. А послужат этими проводниками для нас сегодня 7 разных оттенков, которые я недавно купила на их официальном сайте. Один оттенок будет мультихромной формулы, один оттенок будет из особенной их линейки, где за полграмма в районе 400-500 рублей берут. И остальные оттенки, они больше из таких регулярных коллекций собранные, один из которых мне достался как подарок при покупке. То есть я его не покупала, и его у меня, как вы уже видели по пролету, очень-очень мало, но он также меня заинтересовал. И давайте приступать к рассмотрению макияжей. Сегодня их в ролике будет целых 4. Итак, начну с нанесения базы. Сегодня у меня будет моя любимая Art Deco. Она как раз обладает нужной степенью липковатости, что, соответственно, придаст необходимую сцепку и рассыпчатым пигментам, и также прессованным пигментам, которые я буду использовать в сегодняшнем макияже, потому что сегодня я буду закладывать каркас при помощи вот этого прекрасного 5-го подноса от Нарвины. Для складки, пожалуй, возьму оттенок Е4. Он рыжеватый, с легким-легким таким горчичным подтоном. Смешаю оттенок С5 с оттенком Е4, чтобы получить некий такой пограничный темный, такого среднего калибра, чтобы не совсем холодный, не совсем теплый, чтобы был. Еще немного поднабью Е9 в самую-самую темную точку верхнего века. И расчехляем наши баночки. Сегодня у нас на кону вот такие 6 интересных баночек. И я не знаю, какую мне выбрать. Что очевидно. Наверное, все же возьму самый такой популярный, мне кажется, оттенок из линейки Тами Танука, который называется «Сестра радужного дракона». И нанесу его на все подвижное веко. Выглядит он в рефиле, в баночке, невероятно красиво, просто фантастически. Яркий, красивый, розовый такой... Розово-цикламеновый такой, очень красивый и яркий цвет. Я очень надеюсь, что он свою цветовую базу передаст мне на век в полной мере. Попробую сначала из крышки нанести. Да, все же Art Deco, наверное, не способна нацеплять на себя этот оттенок, поэтому придется наносить на базу под глиттер. Я тут осторожничаю, чтобы у меня тут прям... россыпи под глазами не было. То это уже другое дело. Микроблесточный искристый перелив. Я бы, наверное, так назвала бы то сияние, что содержится в этом оттенке. И во внутренний угол, пожалуй, растяну пигмент шарлатанка, который я что-то в последнее время стала часто использовать, несмотря на то, что какой-то явной забористости в нем все же нет. Он просто очень красивый, такой зелено-коричнево-золотистый оттенок. Предварительно вот что получилось, и прокрашу второй глаз. Мне показалось, что на верхнем веке я не до конца раскрыла весь потенциал оттенка «Сестра радужного дракона», и поэтому нанесла его чуть более ярко. И вот здесь уже он начал играть более такими сочными красками, и мне нравится, что получилось. Я, наверное, даже губы перекрашивать не буду, так и оставлю блеск фэнси на губах, и вот какой образ в итоге.
осень вступает в свои права, поэтому сегодня в кадре буду согреваться вот такой вот свечкой Yankee Candle, которую буду зажигать впервые, которая пахнет гранатовым каким-то напитком. Очень вкусно, прям, ох, офигенно. Макияж буду делать тоже в тематике осени, в таких приглушенных осенних цветах, цветах опавшей листвы, поэтому буду в данном контексте использовать в кадре вот такую палетку. И это там Витанука, ласковая песчаная газель, которая, как вы помните по обзору моему, кстати, если вы не смотрели, кликайте сюда, мне очень понравилось. Начнем, конечно же, с нанесения базы под тени для век. Закладывать границы тушевки буду при помощи самого светлого матового из этой палетки. Затемняет, соответственно, самым темным. Как вы можете уже наблюдать, почерк тушевки у меня свой определенный. Я не люблю наносить тени размазывающими движениями, я их наношу как бы чуть-чуть вбивающими и чуть-чуть растягивающими. В конце концов, мне не 22 года, и мне нужно беречь как-то свои веки, тем более они уже так изрядно растянуты со временем, с годами становятся, поэтому предпочитаю наносить тени именно таким образом. Так нанесение получается более четким, более правильным, и при этом веко минимально травмируется. Я его еще больше не растягиваю в процессе механического такого трения. Повторю все то же самое на нижнем веке. Ну и в лучших традициях осени огненно-зеленый оттенок на подвижный век хочу нанести лисенок огнелапый. На нижнем хочу попробовать подтушевать и немножечко добавить холодного акцента, дабы уравновесить как-то макияж, пигмент, который называется примеряющий драконий венец, который мне достался в качестве пробника отсыпанчика в моем последнем заказе. Там это ну-ка, кстати, кто не смотрел мою последнюю распаковку, настоятельно советую кликнуть сюда и посмотреть. Там очень много интересных сводчей, там это ну-ка. Наносить все это буду на базу под глиттер, потому что я боюсь, я хочу перестраховаться, и я хочу сегодня относить макияж как можно дольше. И как можно дольше, и как можно лучше, и прочнее. Все же пигменты Тануки у меня носятся на базе под глиттер от NYX. Лисенок огнелапый. Оранжевый такой пигмент с красноватыми нотками и зеленовато-желтоватым таким отливом. Сейчас посмотрим, как на веки все это будет смотреться. Беру любимую плоско-пушистую кисточку от Соева 234 и окунаю ее в банку. Предварительно встряхиваю. Я, конечно, сегодня предусмотрительно не наносила никаких ни румян, ни хайлайтеров, но перестраховаться, я полагаю, все равно лишним не будет, дабы для будущего эксперимента, чтобы все было хорошо. Ой, ой. Он еще более мелкого помола, насколько я вижу, чем был предыдущий. Сестра радужного дракона. Вот он еще мелче по помолу, чем сестра радужного дракона. И он мне напоминает даже шарлатанку немного. Правда, в шарлатанке столь рыжего отлива нет. А здесь есть. Надо будет попробовать сделать макияж с одним и с другим пигментом на разных глазах потом. В пигментах Тами Танука мне очень нравится один момент, что они даже при большом наслоении на базу под глиттер не кукожат века. А то у меня есть такой грешок, что мое веко немолодое могут подчеркнуть сияющие тени, если их наносить в таком большом количестве. Здесь такого я не наблюдаю. Очень красивый оттенок. Но действительно какой-то флешбэк в сторону шарлатанки у меня явно-таки читается между строк. И примеряющая драконий венец. Это такой серо-грязноватый пигмент с фиолетовым таким тоже грязно-фиолетовым переливом. Посмотрим, что он мне создаст на веки. Может, даже я погорячилась. Нет. У него при искусственном освещении вот такого вот просыпается еще и розовая нотка в себе. Это очень хорошо. Это очень хорошо. Так. То есть не просто такой на серой цветовой базе, фиолетово-лавандовый, такой грязный оттенок, но еще и розовинка здесь также и присутствует. Хотела я, конечно, чтобы было сегодня без осыпаний, но, к сожалению, они меня нашли. Где мой скотч? Где мой скотч? Надо будет сейчас искать скотч. Прикольный цвет. Прикольный.
Сейчас буду все это безобразие убирать и прокрашивать ресницы. Ну и вот что получилось. Сочетание цветов, конечно, нетривиальное, совершенно такое неизбитое, непопулярное. И мне хочется как-то уравновесить весь макияж. И, наверное, тогда на нижнюю слизистую я нанесу вот такой вот карандаш от Ламель оранжевого цвета, чтобы блик на верхнем веке хоть как-то пересекался с тем, что нанесено у меня на нижнюю веку. Тем более на контрасте как раз-таки оранжевая слизистая очень прикольно смотрится с сине-фиолетовым оттенком, что нанесен по нижней веку у меня сейчас. Прокрашу второй глаз и вернусь. Образ получился очень-очень ярким, концентрированным и контрастным. И я полагаю, сюда даже идеально вписались бы опахала, но мне просто сегодня на улицу выходить и в инстанцию ехать. Поэтому в таком виде это будет, наверное, чересчур прям тумачево. Поэтому оставлю все как есть. Но да, это, конечно, версия далеко не на каждый день. Меня приятно удивил пигмент, примеряющий драконий венец. Он шел пробником к заказу, и я уже не первый раз делаю заказ на сайте. Мне немножечко все же смущает выбор оттенков, которые выбирает бренд для того, чтобы положить их сэмплом в подарок к заказу. Вот два оттенка, которые у меня были, они мне как-то, ну, не особо прям понравились. Какие-то они сатиновые, чересчур полупрозрачные. Ну, это неплохо, как бы, но сатинами, конечно, лучше пользоваться в прессованной версии, потому что, ну, рассыпушки, как бы, уж если открывать рассыпушку и возиться с рассыпушкой, она должна быть ого-го, какая бомбическая. И вот как раз вот этот вот оттенок, он, мне кажется, один из таких, весьма таких удачных как раз-таки, примеряющая драконий венец. То есть такая сероватая цветовая база на нижнем веке с лавандово-розоватым переливом. По поводу лисенка огнелапого я как-то немножко не поняла, потому что, наверное, меня больше впечатлил по концентрации цвета оттенок шарлатанка. И они очень-очень похожи друг с другом, как по мне. Быть может, если огнелапого наслаивать в еще более концентрированном таком размере, объеме навека, он будет выглядеть куда интереснее. Но вот, как бы по факту, вот они оба здесь у меня. Шарлатанка зеленый. Огнелапый лисенок оранжевый. Ну, не знаю, вот как-то я навеки... Разница, конечно, есть. Есть, конечно, разница, но не знаю, как-то я бы, наверное, побольше рыжего хотела. Хотя вот не знаю, что сейчас на монтаже я увижу. Может быть, на верхнем веке у меня много рыжего, просто я смотрю в зеркало, и вот мне хочется еще чуть больше вот этого вот рыжего отблеска в оттенке. Мне вот его немножко не хватает. Быть может, из-за того, что я замиксовала на верхней веке его с темно-зеленой такой, сказать, подложкой, тушевкой, поэтому получилось так, что больше из оттенка вытянул каркас зеленого. Если бы я делала бы тушевку ярким каким-нибудь апельсиновым или рыжим, скорее всего, оттенок получился бы больше уходящим в рыжую. Я как раз и люблю дуохромы, что можно играть с их переливами, как бы вцепляясь в один из отблесков, который имеется в том или ином оттенке, и где-нибудь его выкручивать на максимум. Например, в цвете тушевки, или же проводить по нижнему веку, или же его делать в качестве акцента на слизистый, ну, какой-нибудь такой контрастный яркий оттенок, или, наоборот, очень такой темный цвет, и это получается прикольно. Но здесь как-то, вот, не знаю, надо попробовать его на более теплой цветовой базе мне нанести, и тогда, я уверена, апельсинки здесь будет побольше. А так... Вот какой образ, и давайте приступать к нанесению следующих оттенков. Традиционно в начале макияжа буду зажигать свечу, чтобы краситься можно было с настроением. И это у меня сегодня Red Raspberry. Офигенно сочная малиновая свеча. Я помню, когда я еще маленькую вативу покупала, боже, как она офигенно пахла малиной. Я решила взять средний размер. Это просто какая-то сказка. Обожаю эту свечку. Пусть создает настроение. И сегодняшний макияж я буду создавать при помощи оттенка из мультихромной линейки под названием «Благоволение». Моника, если ты понимаешь, о чем я, флюиды добра посылаю в твою сторону. И, наверное, я сегодня буду в качестве каркаса делать макияж палеткой «Триохром» от Наташи Деноны, которую я очень люблю, но, к сожалению, которой я пользуюсь в последнее время непозволительно мало. На моем лице нет ни румян, ни хайлайтера. Я боюсь, что опять у меня что-то просыпется и будет какая-нибудь фигня. Поэтому сейчас я буду делать макияж, а там уже посмотрим, как дело пойдет. Наношу базу Urban Decay Original. Транзитным оттенком, наверное, отсюда выберу вот этот вот пыльно-лавандовый.
И затемнять буду самым-самым темным фиолетовым из палетки, который по качеству мне очень-очень нравится. Так забавно, они по полутонам не особо сильно отличаются друг от друга. Я просто впервые делаю макияж матовыми оттенками из Триохром на базе Urban Decay Original. И оно мне выдает такие интересные моменты. Хотя, казалось бы, они такие разные, эти два оттенка в рефилах. Какие же они похожи получаются на базе Original. Офигеть, офигеть. На базе Art Deco такого не было отличия заметно. По идее, из-за мультихрома поднимать тушевку надо выше, чем обычно. Все-таки он насыщенный, он яркий. Ему нужен такой яркий каркас, размашистый. Такая тушевка до брови. Самая-самая такая. А на нижнем веке тогда пройдусь темно-зеленым оттенком из палетки. Сделаю второй глаз за кадром. У пигмента насыщенный дуохромный мультихромный перелив фиолетово-синий с легкой желтой, желто-зеленой даже, может быть, ноткой. Сейчас посмотрим, что получится на камеру, когда буду наносить все это дело. Конечно же, не обойтись без базы под глиттер от NYX. И меня терзают смутные сомнения, что, наверное, можно было бы здесь загрунтовать а-ля смоки все подвижное веко, чтобы плотность цвета получилась намного более насыщенная, чем, наверное, сейчас у меня получится. Ну ладно, попробуем. Мало ли что-нибудь путное из этого все равно получится. Набираю на плоскую кисть, стряхиваю. Вот это да. Нет, у него своя собственная плотность цвета есть. И цветовая база, как подложка, ему не так прям необходимо. Офигеть. Вот это офигеть. И того, что я почерпнула на эту кисть, мне полностью хватает на все подвижное веко. Обалдеть. Вот это офигенно. Осыпания минимальные есть. Ну, это, наверное, такая погрешность, от которой никуда не деться. Блин, какая прелесть. Какая прелесть получается. Вот я, например, что вижу в зеркало сейчас при таком освещении, это зелено-синий фиолетовый перелив. Я желтого не вижу, хотя на камеру, скорее всего, даже где-то желтый будут отливать по-любому. Но я желтого не вижу. Так, нанесем на второй глаз. Он какой-то прям невероятно экономичный. Растягивается так хорошо. Плотный, не полупрозрачный. Очень крутой цвет. Оттенок, оттенок. Здесь уже осыпалось побольше. Хорошо, что я не сделала ни хайлайтер, ни румяна. Иначе бы я сейчас офигела бы все это дело заново убирать и подправлять. Блин, вот этот вот момент, конечно, что когда наносишь, уже не подтушевать. Это, конечно, меня прям очень ступорит. Я не люблю, когда такая ситуация. Мне хочется как-то плавно увести в кожу, но из-за того, что иной раз пигменты бывают настолько сильными, то иногда образуется ступенька, как раз о которой я говорила в прошлом своем ролике. Как раз может образовываться ступенька между матовым и сияющим. Получается не очень красиво. Вот здесь еще более-менее хорошо как-то подтушевалась. А вот здесь уже ступенька-то самая. Прямо резкий контраст. Ой, как же я не люблю этот эффект. Пипец. Как мне его устранить? Вот это вот, мне кажется, вообще неустраняемая фигня, когда ты налепил, да, и вот оно прям полностью все. И вот как ты не подтушевывай, какой там жесткой кистью не берешь, все равно ступенька-то остается. Она, блин, портит вообще весь образ. Я поэтому не люблю столь насыщенные макияжи с дохромами настолько плотного такого отблеска, потому что эта ступенька меня прям вымораживает. Я и не перфекционист вроде, но хочется реально, чтобы было гладко, красиво, вот как вот здесь получилось. Тут переход между блестящим и матовым получился мягкий. А вот здесь уже ступенька эта дурацкая. Блин, как меня это раздражает, просто не могу. И так как на нижнем веке у меня темно-зеленый, я хочу как-то его продублировать и подчеркнуть при помощи пигмента помидорный вор, в котором в красной цветовой базе заключены зеленые красивые сияющие частички. Thank you.
И, кстати говоря, здесь получается, на вот этом вот контрасте мы видим, что верхний оттенок, он более монолитный такой, дуохром, мультихром, а на нижнем веке помидорный вор, он более такой блесточный, более такой искристый оттенок, в то время как на верхнем веке мультихром, он монолитного перелива цвет. Ресницы прокрасила любимой тушью от Maybelline Sky High, на губы нанесла Supreme Gloss от Jeffree Star в оттенке Please Forgive Me, и на слизистую нанесла также вот такой фиолетовый карандаш от бренда RAD, R-I-D, и вот какой образ у меня сегодня получился. Мне очень нравится, как иногда с Тамитанукой получаются такие нетипичные, необычные цветовые сочетания. Казалось бы, красный пигмент, фиолетово-синий пигмент, но все равно вот то, что вижу я в зеркало, мне очень нравится. Мне изрядно импонирует эта интересная магия, и даже где-то на нижней веке у помидорного вора проклюнулся оранжевый потон, оранжевый такой проблеск. Это очень прикольно смотрится, и полагаю, сейчас, будучи счастливым обладателем пигмента благоволения и палетки от Наташи Денон и Триохром, мне просто надо обязательно будет сравнить центральный мультихромный оттенок из палетки под названием Kinetic и тот самый Благоволение. Мне кажется, не совсем корректно такие вещи будет сравнивать, но все же считаю своим долгом это сравнить. И это у нас Kinetic. И это у нас Благоволение. Ну, кощунственно сравнивать такие вещи, и я не веду к тому, что Денона какая-то полупрозрачная, невнятная, некрасивая, я веду к тому, что у каждого из этих мультихромных оттенков есть своя определенная эстетика и своя определенная аудитория, поэтому ругать как-то Денону я не считаю нужным, потому что это банально некорректно. Наверное, мультихром из Деноны, он даже более носибелен будет барышням, кто старше 30, кто старше 40, кто старше 50 даже, потому что по текстуре он максимально беспроблемный, легкий в работе, очень тонкий, очень нежный, невесомый, в то время как мультихром от Тамитанука это прям праздничный такой вечерний вариант, когда прям нужно и затемнение очень сильное делать, и прям вот акцент такой яркий-яркий получается. Наверное, имеет смысл здесь также сравнить оттенок от Данессы Майрикс, который я засветила в своем последнем ролике, чисто вот интереса ради, да. И это у нас господин Twin Flames в оттенке True Love. Я уже говорила, как я разочарована этими тенями, и какое горе и боль они принесли мне в мою жизнь. И вот у них вот такой вот тоже очень сочный и яркий мультихромный перелив. Но мне с ними работать сложно, плюс они в носке мне дискомфортны. Но чисто сравнение ради, ради бога, пожалуйста. Могу, умею, практикую. Ну и раз уж пошла такая пьянка, давайте я сравню тогда в эту кучу и мультихромный оттенок от Бернович, который вышел у них недавно в линейке Galaxy, и это оттенок 01. Вот с этими тенями я, конечно, изрядно намучилась, потому что у них очень непослушная, маслянистая такая текстура, хлопьевидная, такими лепешечками, и с ней сложно работать. Навека ее наносить надо прямо растирая. Мне не очень понравилось это дело, но я буду дальше тестировать, я, наверное, сниму потом обзор на это дело. А так вот, в целом, вы можете видеть, как вот мультихромы разных марок могут отличаться друг от друга. Наверное, сниму даже потом чуть более детально все это дело, приближу. Стоит, наверное, в будущем снять какой-нибудь сравнительный видеообзор на все мои мультихромы, чтобы подытожить и о каждом свое мнение высказать, потому что, как сказать, много шкал оценки мультихромов есть. Есть комфорт, есть легкость в использовании, есть адаптивность и текстура. Как оно гладко, ровно или же комфортно, некомфортно навеки лежит. То есть все в совокупности в этом контексте желательно оценивать. А не просто так, о, это бомбически сияет, все, я это беру и буду этим пользоваться. А нет, не всегда это прокатывает. Иной раз, как вот с Данессой Майрикс. Красиво, круто, но в работе сложно и сушит века. Просто
просто сухим панцирем лежит. Поэтому тут как бы очень такой неоднозначный момент. Но я полагаю, что я смогла хотя бы схематично, хотя бы капельку стать вам информативной и полезной в этом моменте. А следующий макияж хочу сделать максимально таким нюдовым, легким, дневным, с сияющим, красивым, искристым переливом. Чисто такая дневная, нарядная версия на вечер или же даже на каждый день для тех, кто любит немного более смелые сочетания для повседневной носки. И каркасом для сегодняшнего макияжа послужит мне вот эта вот палетка от бренд Too Faced. Та самая палетка, кружевная, с кружевными рефилами. А база, на которую сегодня будет делается макияж, это моя любимая Art Deco. В качестве обозначения тушевки возьму оттенок Street Poker. В качестве более насыщенного для затемнения возьму оттенок самый темный с Espresso. Тем же самым темным по нижнему веку. И начну наносить сияющий оттенок лисенок огнелапый на ту область затемнения, которая ближе как раз к внешнему уголку глаза. Интересно посмотреть, как налипнет этот оттенок, если я буду наносить на незакрепленную арт-деко. И проявится ли в нем апельсинка. Вроде наносится, вроде что-то есть. В данном контексте, если мы рассматриваем больше огненную версию, я полагаю, наслаивать больше, наверное, не стоит. В принципе, можно оставить так, как есть. Тонкий, красивый, сияющий такой перелив, блик. И дальше я хочу наносить оттенок, который стал фаворитом моего лета, и это россыпь веснушек. Я его уже засвечивала в ролике о фаворитах лета, и с удовольствием воспользуюсь им еще раз. Просто потрясающий оттенок, я его очень-очень люблю. Чаще всего я его использовала во внутренний угол глаза, но в этом макияже я хочу попробовать его совместить с другим оттенком и посмотреть, что из этого получится. Ну, кстати, я сейчас замечаю, что на подвижном веке больше виден оранжевый такой легкий персиково-оранжевый перелив от него. Хотя при других обстоятельствах в нем больше видна была салатовая база и такой лимонный перелив. Он как красиво входит в тушевку с лисенком. Прям очень классный эффект получается. Такая легкая дуохромность переходящая. Продолжу тогда при помощи клея под глиттер на нижнем веке этим же оттенком. Веснушки, конечно, просто, просто восторг. А если огнелапом пройтись? Прикольно получилось на верхнем веке, здесь у меня лисенок, а здесь у меня веснушки, а на нижнем наоборот, здесь веснушки, и ближе ко внутреннему углу нанесен лисенок огнелапый. Прикольно смотрится такой, некая такая зеленая версия Арлекина, зеленая версия Джокера, Харликвин, Арлекин. Здесь, наверное, все же Арлекин. Ну, такой не особо заметный, но очень прикольный. И переливы, кстати, я замечаю, что если здесь у лисенка перелив больше зеленый идет, и зеленый, наверное, больше такой, как сказать, полухолодного подтона, но то, что я вижу сейчас в зеркало, то во внутреннем углу подтон зеленого у лисенка проявляется более салатовый, более теплый подтон зеленого. Ну что, прокрашу ресницы, воссоздаем все то же самое на втором глазу. Прокрасила ресницы тушью, на губы нанесла Dior Lip Oil в оттенке черри, и вот какой образ получился. Наверное, в этом ролике подводить какие-то глобальные выводы по продуктам я
пожалуй, не смогу. Быть может, потому что я для этого обзора подобрала оттенки, которые в большей степени меня порадовали. А может быть, потому что тот или иной оттенок все равно оказал какие-то приятные впечатления от использования. Так что я просто, пожалуй, пробегусь вкратце по каждому из цветов, просто выскажу свое впечатление. Оттенок шарлатанка и оттенок лисенок огнелапый у меня вызвали такое очень приятное чувство, но почему-то каждый раз, когда я ими пользуюсь, мне кажется, что они такие одной природы, одной стихии, одного какого-то там поля ягоды, потому что хоть они и отличаются, шарлатанка он больше зеленый, а огнелапый лисенок он получается больше оранжевый, все равно и там присутствует некая такая и желтоватая нотка, и теплая нотка, так что не знаю, для меня такое очень странное впечатление, потому что и один, и второй оттенок мне понравились, но как-то вот выделить один из них, например, я бы не смогла. Если бы сказали «выбирай один из них», я бы выбрать, наверное, не сумела бы. Примеряющая драконий венец. Оттенок, который мне дали в подарок, он был как пробник, и это, пожалуй, первый пробник из бренда Tami Tanuka, который мне особенно понравился. Было приятно этот оттенок получить в подарок, потому что у него на серо-цветовой базе, как вы уже видели, есть красивый такой розово-фиолетовый перелив. Он очень тонкий, очень симпатичный и очень изысканный. Оттенок россыпь веснушек. То самое премиум сырье, которое ну, там и Tanuka представлено на сайте. И об этом оттенке я разговаривать много не буду, потому что я его обожаю всем сердцем. Я его прям хочу использовать в каждом макияже, особенно во внутренний угол глаза. Он очень хорошо наслаивается, играет своими такими тонкими искорками и очень выигрышно подчеркивает практически любой макияж, который вот вы создавали. Можно просто сделать спокойный нюд, во внутренний угол добавить россыпь веснушек, и это будет просто восхитительно и великолепно. Оттенок «Сестра радужного дракона». Тот самый яркий фуксия-цикламеновый розовый цвет с голубым таким дуохромным искрочным переливом. То есть это не монолитный перелив, а перелив такими искорками симпатичными. Вот почему-то он меня не впечатлил настолько сильно, как я это себе в фантазиях нарисовала. Почему-то мне он казался куда более искристым и интересным, но по факту он тоже очень неплохо. Он вписался в мой макияж, он очень круто подружился с где ты, с шарлатанкой. Он очень круто подружился с шарлатанкой. Мне понравилось, как это выглядит. Сестра радужного дракона подружилась с шарлатанкой. Классно звучит. Это прям, да, и в макияже смотрится прикольно, и звучит очень забавно. В общем, цвет хороший, но вот, видимо, вот капельки какой-то искры мне в нем не хватило до такого восприятия, что да, это прямо ух-ах и попадание в самое сердце. Оттенок помидорный вор. Кстати говоря, оттенок помидорный вор, лисенок огнелапый и россыпь веснушек мне советовала в комментариях моя подписчица Варвара, и я действительно не разочаровалась в пробах этих оттенков. Как видите, один из них оказался прям вот в самое сердце, в самое попадание мое. И помидорный вор, я помню, когда самый-самый первый раз я красилась пигментами, я использовала помидорный вор на подвижное веко и во внутренний угол как раз-таки россыпь веснушек. И это получилось очень необычное, но при этом классное сочетание. Мне прям понравилось, как это все смотрится. И помидорный вор, пожалуй, тоже такой цвет, который бы я носила, пожалуй, даже на повседневку. Это красный бордовый оттенок, такой красный. Красно-глубокий, кровавый, помидорный оттенок. И в нем присутствуют такие микроблесточки. Что-то в нем определенно есть. Я подобных красных раньше не встречала. И последний оттенок, который у меня сегодня есть, это мультихроматик благоволения. Очень классный оттенок. Мне понравилось, как он выглядит на веке, в носке. При вечернем освещении и в ванне в нем даже проклевывается прям бордовая такая нота, отчетливо читаемая. Но сам мультихромный перелив меня, конечно, очень порадовал в этом оттенке, потому что я и в ванне заметила эту красоту, и при искусственном освещении это мультихром даже не блесточного типа, даже не монолитного типа, а монолитно-искристого типа, когда в общем таком полотне многогранного перелива рассыпаны просто мельчайшими невесомыми такими частичками микро
искры. И это, да, не осыпается в носке, как, например, могли бы осыпаться в данном контексте, если бы это были бы не микроспарклы, а больше как микроблесточки. Из этих однушек мне понравились все. В той или иной мере. И здесь у меня действительно совпало все. От некоторых я оказалась в огромном восторге, некоторые вызвали просто огромную радость у меня. Но прям таких, от которых бы мне хотелось избавиться, таких вот в этом вот выпуске у нас сегодня не будет. Я надеюсь, я смогла сегодня вас немножко развлечь, или, по крайней мере, стать немножко информативной, немножко наглядной и чуть-чуть полезной. Если это так, ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. В ближайшее будущее, через 2 дня на 3-й, мы увидимся с вами снова. И это определенно будет что-то посвященное декоративной косметике. А пока, всем до новых встреч и всем пока-пока.